Водитель грузовика, столкнувшегося с экскурсионным автобусом, отправится под стражу на 2 месяца. Сегодня Ростовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 7 января. Напомню, в среду около 17 часов на трассе М8 под Ростовом столкнулись туристический автобус со школьниками из Екатеринбурга и грузовик. В больницу попали 1,5 десятка детей и 2 взрослых, гид и водитель автобуса. Спустя несколько часов после ДТП водитель Сергей Блохин скончался в больнице. Своими действиями, говорят очевидцы, он спас жизни пассажиров. Ведется расследование. Если вина подозреваемого будет доказана, водителю грузовой машины грозит до 5 лет лишения свободы.